Хейо, гайс, с вами Шупики, мы продолжаем пройти игру по названию Borderlands 2. Таксик. У нас с вами сейчас такая миссия. Нужно отнести пиццу кое-каким ребятам. Если вы поняли, о чем я. Да? Да. Ага. Там. Отщепцы. Так, нам нужно очень сейчас... Ну, блин, я не знаю, по сути, враги будут заново здесь, но мы их сейчас пям-пям, и все готово. Проблем, я думаю, не должно у нас тут составить никаких. Куда это ставился? Критическое попадание! Зараза. Важный супергерой. Изи, новый уровень. И новый уровень. Мысли, я не понял. Я сейчас не понял. Так, ладно, неважно. О, смотрите, я теперь могу дальше прокачиваться. Ништяк. Приступаем к ликвидации. Критическое попадание. Так, может ли безбашенная машина убийцы измениться? Мой системный взорван. Мне нужна новая оболочка. На данный кровомесов есть сломанный робот-строитель. Помести меня в него, и я вознагражу тебя. Черт. Ну, мы можем туда телепортнуться, на самом деле. Поэтому сейчас мы с вами это делаем. Отщепенцы. Аля какой? Аля какой живучий. Вали отсюда, пока не поздно. Я хочу все, что у тебя есть. Идиот. Бац. Ай, не попал, ай, не попал. Попал. Вернее в том, что он все еще живой. Так, хорошо. Бросаем гранату! Ничтожество! Готово. О боже, ладно, давайте тебя тоже грохнем. Бросаю хлопушку! Готово. Все. Перезаряжаем все, что у нас есть, и побежали. Так, что у нас по инвентарю? Много места. О, все хранилище открылось. Да, это оно, ребят, это то место, о котором я вам все время рассказывал. Постарайся не потерять ту каплю мозгов, которая у тебя есть. С мутантами шутки плохи. Не давай им и шагу ступить. Без проблем. Это туннельные крысы. Воу-воу-воу! Полевая крыса. Все, все, хорош, хорош. Дальше сам. Херня в том, что они очень быстрые.
Готово. Минус крыса. Мод. Модик. Так, патроны. Там у нас ничего. Тебе нужно связаться с этими существами по интерфону. Если их устроит предложенная тобой пища, они впустят тебя. Ух ты ж, ё-моё! Ты жёсткий. Сейчас мы им предложим пищу богов. Это пиццу. Неужели это запах кукурузного сиропа и мочи с кака? Ням-ням! Ли. Заходи, чувак! Это Ли говорит. Крысиное гнездо. Сколько здесь спицы валяется. Так, пособираем пока что патроны. Так, готово. Снайперка почти у меня заполнена. Так, нас пустили. Собираем, ставим пиццу. Ли. Ли с мечами. Дэн. Фиолетовый, заметили? Ральф. Дальше. Мик. Это желтый, да? Рафаэль у нас. Микеланджело. Донателло. Леонардо. Короче, да, ребят, это ниндзя-черепашки у нас. Отлично. Возвращайся ко мне. У меня есть куча кровавых денег. На ней значится твое имя. Ты можешь подумать, что это метафора. И ошибешься. Мы можем уйти, либо мы можем продолжить идти. И мы продолжим идти. У меня патронов мало осталось. Это ихний дом, так сказать. Здесь они спят, все такое, убежище ихне. О, ништяк, Ри. Тут телек. Тут рычаги есть, и наверху, как вы видите, есть типа мониторчики такие. Так, ящики. У нас есть охренительная пушка. Ну, хотя нет, не охренительная, показалось. Что мы теперь делаем? Мы должны сделать так, чтобы у нас загорелось все красным. Еще вспомнить, конечно, всем все красным, чтобы загорелось. Вспомнить хотя бы, как оно там включается.
Да. Попробуй вспомни. Блин, а как? Я не помню. Как я раньше это делал? О, и последний нужно как-то запустить. Ага, вспомни его. Дальше. Давай. Чёрт. Мне одну осталось только включить. Ну уже. Ну уже. Боже мой. Ребята, я не помню, честно скажу. О, наконец-то. И теперь влазит Флинтер. Флинтер, он же Сплинтер. А, ребята. Автоматическая турель готова к стрельбе. Минус Флинтер. Все, Флинтера больше нету. И теперь последний этап пасхалки. Только он что-то почему-то не сработал. Так, а вот это почему-то не сработал. Этап пасхалки. Я не понял. Короче, я даже... Во! Сатанинская... Не сатанинская пасть. Там должна быть надпись, типа, Нью-Йорк. Подойдя к сюда, типа, должно высветиться Нью-Йорк. Ну, что-то пошло, походу, не так. Увы. Познакомьтесь с моей подружкой. Увы, увы, увы. Последняя часть пасхалки как-то не сработала. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся, все равно смысл драться с ними уже нету. Да, вот это плохо, то, что типа надпись не появилась. Может из-за того, что типа русской озвучки, ну вообще русской версии игра. Хотя я тогда... Да, скорее всего из-за озвучки, мне кажется. Что-то повырезали, что-то они не добавили. Короче, там должна быть еще надпись типа Нью-Йорка. Я не знаю, почему она не сработала, бля, обидно. А должна была сработать. Так, так.
продать, продать, продать. Так, теперь карта. Культ, вечное пламя. Так, помочь грузчику. Серьезно, мне нужно бежать туда? А, вы издеваетесь. Я не хочу бежать туда. Слишком долго. Так, да, давайте, ладно, другую тогда. Культ вечного пламени. Если что, мы можем заново сюда потом прийти и... Я быстро пробегу. Ну, типа, уже без записи видео, да, я начну оттуда, что уже пробегу в город. Так, погнали. Вместо этих. О, поджигатель Клейтон. Он должен нам этот туалет открыть. Пью. Я поджигатель Клейтон. А ты? Я видел, что тебе удалось войти в логово огненного ястреба и потом выйти оттуда. Если хочешь служить нашей матери, тебе придется пройти испытание. Отправь моих братьев в вечный огонь с помощью огненного оружия. Затем собери их пепел и принеси мне. Окей. Сжигать людей живьем не очень хорошо, но эти сектанты, похоже, сами того хотят. Странно. Ну что ж, сделай это. Хорошо. Отсюда мне никогда туда не попасть. Хотя не можно. Ты меня оскорбил! Теперь я тебя сожру! А, сопротивление, точно вспомнил. Упорные ребята, но Клайтон говорит, что их нужно сжечь живьем. Это не так просто. Может, тебе стоит начать с обычного оружия, а затем переключиться на огненный и прикончить их? Да, факел. Принеси мне еще пепла. Просто так. Тебе нужно сжечь сектантов, чтобы получить их пепел. Не забудь прихватить огненное оружие. Да, видишь, они автоматически сжигаются. Краснее пригоршни пепла. Ничего, вообще ничего. Достаточно, мой юный факел. Я чувствую, что огненный ястреб улыбается нам. Принеси мне пепел. Уж не сум. То есть, видите, здесь урон чисто огненный, то есть, без вариантов. Эти дети познали блаженство, о котором я могу только мечтать. Спасибо, факел. Возвращайся ко мне для новых испытаний. Поехали. Плохие новости, факел. Среди нас есть идолопоклонники. Победи ожогом. Которые предали свою мать огненного я. Так, как мне быстрее пробежать с этой, да, стороны? Поехали. Они поклоняются языческому полубогу по имени Ожог. Заклинаю тебя, уничтожь самозванца и его последователей. Какая разница, кому они поклоняются? Послушай, просто подыграй ему. Тебе нужно завоевать полное доверие Клейтона. Только так ты узнаешь, занимаются они чем-то опасным или нет. Да, подумай, если они сжигают своих, какая разница, делают они что-то опасное или нет? Так, а там я смогу пробежать? Или мне вниз надо? Вниз надо. Просто бежим. С пистолетом в руках. Они будут все равно просто за мной бежать. Вот это и есть ожог? Изи. Я чувствую, как огненный ястреб улыбается нам.
А ты чувствуешь юный факел? Конечно, это безумная секта, но должна признать мне сит убийство ложного бога ради меня. Я плохой человек. Готово. Так, возвращаемся. Так, а мне патронов мало стало. Так, а как бы мне вернуться теперь так? Чтобы не попасть. Ну, хотя обратным путем так же, я думаю. Там есть же подъем наверх? Или нету? Есть. Ну, все тогда. И сбегаем тогда, купим патроны для дробовика, а то у меня уже свои заканчиваются. И как мне туда наверх забраться? Ну так не трогай меня, я просто бегу дальше. Деритесь вот там с этими лучше, жучками. Давайте сразу сбегаем, закупимся. Лучше товаров ты нигде не найдешь. Уж об этом я позаботился. Чуря, так, патроны. Спасибо, что патроны. Ты отличный, прощай, друг. Давай. Если пойдешь в другой магазин, я тебя убью. Да ты не убьешь меня. Так, мы убили бога, полубогом. Я живучий ветеран у меня теперь этот, внизу. Да, это настоящие психи, но они вредят только себе, ну и тому парню ожогу. Может нам просто оставить их в покое? Давай дальше, 9 уровня есть задание. Мне уже близко, факел. Но во сне со мной говорила огненный ястреб. Она потребовала нового жертвоприношения. Нет, я не требовала. Сожжение ее любимого сына, карлика по имени Спичка. Тебе нужно отвезти его к парящему дракону на южном шельфе и сжечь в пасти огромного механического зверя. Окей. Я хочу увидеть огонь! Я хочу быть с огненным ястребом! Спичка — наш самый деятельный брат. Он принес в жертву огненному ястребу больше 100 человек. Одним лишь зажигательным пистолетом и силой своей веры. 100 человек? Да, это не шутка. Поехали. То есть, наверное, они тоже были сектантами, так? Правда? Так, кто его знает? А, так тут недалеко, алло. Стоп. Или далеко? Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Это они сейчас... Хорошо. А, мне нужно в город. Там на обход вот так по кругу. Поехали. Кажется, я знаю теперь, как туда попасть. Нам придется сейчас идти долго и нудно. Не, ну просто игнорировать врагов я не буду, потому что эти меня могут грохнуть. Плохо то, что враги меня замечают. Мне нравится. Так что сейчас делаем? Быстро берем и бежим. А заметьте, что врагов не было. Ладненько. Может, не все так плохо. Думал я. Паучок. Ля, слышь? А ты не наглей? Ребят, мне все равно. Мне только понять, как мне к вам туда забраться. Тихо-тихо-тихо. Я бубен раскалю! Автопушка к бою готова! Еще один убитый с турели. Ааа!
Ригий. Моему топору. Да, дробовик разносит их. Так, надеюсь, я правильно иду. Теперь сейчас вот так пойдем на обходик. Так. Типа того. Мне только как-то так нужно. А нет, смотрите, я возвращаюсь обратно, и что мне делать? Я не знаю, как мне туда пробраться, слышите? It's no funny. А как мне туда тогда попасть, алло? Мне нужно как-то здесь, но я туда проход не пойму, где он находится. Чё за дерьмо? Чё за херня? Али обратно. Вниз это вниз. Мне вниз не нужно. Что-то я не понимаю. Я понять не могу. Там не идти. Но вниз это я иду к монстрам. Но все равно вот здесь как бы встречаюсь со всеми. Это Кир его знает, как туда попасть, ё-моё. Я не врубаюсь. Я просто не врубаюсь. Вы мне мешаете, ребят, понимать, куда мне идти. И повернуться там тоже ничего нету. Ни через верх, ни через куда. Просто тупо непонятно, я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю. Куда мне идти? Там под водой никуда не поплыть. Есть тоже нету нигде такого прохода или типа того. Повторяюсь, если я вниз прыгну. Хотя, может, мне нужно вниз стоять. Давайте попробуем. Ну нет, ну это мы возвращаемся снова же сюда. Отсюда у нас ни хера и никуда. Нету здесь места, нету здесь прохода. Я не вырубаюсь. Типа отсюда как-то через верх. Но это не пашет. Это дело не работает. Я и не знаю. Отвести спичку. Подожди, ты тут находишься? GG! GG!
Бегаем, прыгаем, ищем. Ну, в принципе, я знаю, какое я буду название давать этому данному видео, связанное с ниндзя черепашками. Поэтому давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.